Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Сегодня я продолжаю играть Need for Speed Most Wanted Black Edition 2005 года, поехали. Так, у нас тут новый чувачок, Вебстер, уже пятый в черном списке. Так, рейтинг-то у нас есть, рейтинг, хватает. Надо будет еще набить. Я вне серии занимаюсь этим, потому что во время серии это очень долго, очень. Даже пари сейчас надо глянуть. Сколько пари надо? 4? Ага. Окей. Улица рейтинг на... О. В принципе. Так тут и ущерб государству можно. Понял, понял. Ладно, давайте к гонке приступим. Че, вот эти для начала 3. А, нет, хотя посмотрим. Это что, спринт? 8 километров. 13, 9, 7, 8. Давайте вот это попробуем. Тут максимально быстро надо проехать. Какая-то трасса жесткая. Капец, у нас эти разрывы там небольшие-то совсем. У него 177, у нас 176. Блин, вот в чем преимущество. В чем преимущество этого? Того, кто в жопе самый. Вот у нас ровное количество очков. Лёль. Сейчас, если не обоссаться на каком-то пункте, то я выиграю. Надо было вдаль не ехать. Все, я проиграл. Ну, так, не такой уж и большой разрыв. Сейчас мент тут будет. Двести пятьдесят, как тебе такое, братан? Тебя на одно опять. Ебой. Так, гонки. Где тут 8 было? Вот это 8. Хитрые черти, все ведь в объезд поехали. Вот это плохо было. Вот это мне не повезло. Опа. Куда ты, милок? Ну-ка давай-ка в машинку. Давай-давай, ты тоже в тачку. Какой-то тут машина ездит. Да как? Как ты это делаешь, падла? Вот ты сука, тупая. Блюдок тупорылый. Куда ж ты едешь, тварь тупая, сука?
черт, сука. Ладно, это ГГ. Если я этот поворот не зафейлю, а я вроде как не зафейлил, то я выиграю. Из... Давайте бунки. Так, давайте, показывайте мне. Так, я видел 9 вот здесь. Летим сюда. Так, тут бессмысленно ехать. Офигеть, здесь поворотик такой. Нехеровенький. Повороты такие крутые. У одного есть 206 там. 1 километр в час не хватило. Это жестко влетел. Все, в принципе, мне вообще плевать, что вы там делаете. Теперь главное то, что я сзади вас, мне по кайфу ехать, мне легче, мне никто не мешает, главное не фейлиться самому, и все будет nice. В объезд вообще смысла нет, их тут две машины вообще в жопе где-то опять врезались друг в друга. Специально подстроен. Двести тридцать два, и вот вам. Так,
Так, вот это диска мы полетели. А, стоп, у меня же не трос, теперь максималка. Что интересно он дает? Дольше действует или что? Мне интересно, сейчас надо глянуть. Да, действие гораздо больше идет. Блин, а чё, где эти-то? О, первое. Секунд еще дополнительное время, сука. С дороги уйдите, животные. Так, нам надо быстро, поэтому в объезд едем. Приехали. Выходим. Сейчас таймер тикать будет. Стараюсь как могу. Дух. 6 секунд. Я через обрез не буду ехать. 8 секунд. Все, ласт. Пункт. Вот обязательно вам всем начинать поворачивать, когда я еду. Посмотрите, машина летит там сзади или нет. Почему по стеклу не могут смотреть? У меня животное. Животные, сука. А вот и сказочка конец. А кто слушал, молодец. Так, давай. 16, 13, 10. Давай, быстро. О, старт хороший был. Стоп, я дебил. Зачем я нитро потратил? Азот, закись азота, зачем я потратил, дебил? Я забыл, что эта гонка на то, кто быстрее проедет. Да, я так и думал. Меня крутануло. Ничего, сейчас попробуем проехать. Я дрифтанул и всю скорость слил. Тут разгоняться вообще нормально так-то. У меня машина туда-сюда крутит уже. Пожалуйста, доедь. 268, на. Падла. Робертовская. Скорость набираем. Здесь 52 вообще по кайфу. Видишь? Вот так и сидим.
хочу врежься сейчас. Здесь 48 пойдет вперед. Сука тупорылая. И за это я могу продать тебе. Проиграть. Так, скорость не теряем. На эту дауна плевать. Сука, ты такая подлючая мразь. Все, на финише все решится. Я надеюсь, прямая финиш. Да, давай. Да. На, падла. Эндис догонщик. 16. 13. Сколько гонок уже? Лас гонка нужна, что ли? 3, 2. Нет, еще одна. Спринтик. 13 здесь эти. 13. Кажется, я вот это пройду одно и еще вон там. Зачем эти контейнеры на дороге, лол? Тут машина вообще-то ездит. Ой, я что-то и не заметил. Едут все спокойно. Нормально так поворот летел с ноги. Лаги, возможно, из-за дождя, блин. Двадцать секунд, офигеть. Хотя до следующего. Двадцать три. Был за 10 секунд чист. Не будем рисковать, все-таки у нас время есть. Так, класс будет сейчас. Блин, минута, почти 2 минуты. Ехать до него где-то минут, наверное.
Резкий поворот, да? Ну, не очень. Так, ласт гонка, давайте. Я помню 13. Вот эти, да, только? 13. Во, вот это гол. Чисто расстояние смотрю. Вот эти столбы мне не нравятся вообще. У меня не с кайфом есть. Же есть. О, блин, плохо. Меня развернула опять конченая игра. Ну, 56 собрался цепно. Сука, плохо, твою мать. Это плохо, сука. Не знаю, давайте попробуем по этому поехать. Не смысл вообще. А, как я понял, да. Здесь-то быстрее гораздо. А там круг делаешь. Здоровый круг. Потом выезжаешь сюда. Рвешь жопы. Так плохо пока что. Первый канал, внимание. Поступила жалоба на подозрительный автомобиль. По приметам, возможно, в розыске. Пару минут назад он следовал назад по 201-му шоссе. Нужны свободные экипажи.
сообщу подробности. К сожалению, приметы точно неизвестны. Вызов принял. Сообщите подробности. Дело уже завели? Если да, сообщите мне его номер. Здрасте. Мотор заглох. Прекращаю погоню. Повторяю, прекращаю погоню. Он пытается удрать. Я вроде здесь гонки играю, а не парей. Сука, тупые менты. Из-за них я так проиграл. Сука, еще это дрифт! Дебильный. Сука, животные, я вас ненавижу, ублюдки. Ублюдок, сука, тупая гонка, мразь. Сука, животное. Ух, там машин сколько за мной, ё-моё. Куда мне ехать, чтобы сбить их? Сука. Значит, вот так как-то сделаем. Ну просто вариков нет больше никаких. Объект скрылся. Следую в прежнем направлении. Отмена предыдущего. Вижу объект. Пора, будем брать. Готовьтесь блокировать движение. Перекрыл, проверяй себе же, хуже сделал и кентам своим ментуром. Сука, они все меня прыгнут. Нужно больше ограждений. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю
Сука, как? Он растет всех наших. Пришлите сюда хоть кого-нибудь. Прикрытие в нескольких милях от вас. Я в нескольких милях от вас. Держитесь. Я позади него. Все свободные машины ко мне. Даю общий код 3. Перед тем, как скрыться, нарушитель двигался на восток по 201-му шоссе. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Отлично. Ждите подробностей. Все, давайте продолжаем гонки. Блин, ну давайте спринт, что ли? Лаз гонку. Спасибо, брат. Делитесь там между собой. Дурачки. Во! Давайте, пацаны, я вас верю. Обидно, что двое так. Ой, еще. Может, врежешься все-таки. Он молодец. Папа, не так уж и далеко. Слушай, я на тот поворот проехал, это может зарешать вообще капец как. Там вообще застрелит типа там. Едем, короче, по главной дороге. Вот отсюда. Блин, там эти повороты, завороты вообще люто. Тринадцать. Вообще кайф. Еще больше оторваться. Это, в принципе, можно решать. Узкий проход никто не отменял. Здесь машина пропадет в этот момент. У. Вот это кайфово. Все с кайфом еду. Сука, машина перевернулась, животное. Тупорылая. Тупая машина не дала проехать в объезд, сука. Давайте финиш быстрее. Чел уже все догнал меня. Так, я сейчас хорошо здесь все сделал. А там серпантин. Чувствую, ГГ будет.
Тут и долбанные, где камера была. Да. А, нет. Или да. Нет. Да. Да, 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 да. Это долбанный серпантин, где я не мог камеру проехать. Нормально. Тут узких проходов ты должен врезаться, чел. Вот молодец. Вот молодец. Ой, молодец. Это финиш. По кайфу езжи. Сколько километров? 30. 39. Так, все осталось пари выполнить. Рейтинг 90 тысяч. Отрицание после ее начала. Менее чем за 2 минуты. Фига тут, какая машина-то нужна? У меня машин такой нет, чтобы тракторист километров разгонялась. Здесь 210. Нет. Разгончик слабоват, нитро мало. Блин, откуда мем здесь? Давайте на то место сгоняем. Вот сюда. Давай, давай, братан. Братанчик, проверим твою стойкость. Дебил. Вот я летел. Давай, да, ты там в объезд. А я вот сюда. Сгоняй этого. Уже есть. Давайте, пацаны. Потеем, потеем все. Фига, через тачку пролетел. Так, шипов нету. Так. Ага. Все, я вижу, где это место было. Сектор отсюда, я. Саны. Все, отлично, я на этом месте. Откуда ты здесь, сука? Ты не должен был там быть. Сука, животное. Так, все, продолжаем. Я перезашел в игру успешно, поэтому хер им. Хер там плавал, понятно? Падлы полицейские. Хер он догнать меня. Просто перезашел в игру, да и все. Плевать я хотел на них. Внимание всем. В 911 сообщили о нарушителе. Код 6 следовал на них. Через Норфей. Внимание патрулям. Отменить все второстепенные вызовы и следовать туда. Свидетель не запомнил примета нарушителя. Ждите. Сытырь, сука. Давайте следующую точку. Сука, я тут список конченый черный. Давайте 290 плевать. У меня машина слабая. Почему они 290 ставят километров в час проехать? А у меня машина вроде вообще 290 даже не едет. Мне придется выполнять вон те задания верхние.
Ладно, понятно, давайте. Мента, чтобы не поймать на хвост тупорылого. Попробуем на тракториста. Придется гоняться. Так, о, мы недалеко, отлично. Начинаем погоню. Внимание всем. Ну что, дебил он? Сука. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на восток по 99-му шоссе. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. 10-4, диспетчер. Я спир один. Нужна поддержка с воздуха. Район слишком велик. Диспетчер, я 2-4. Никаких следов. Куда он подевался? Понятно. Вам, походу, придется ментов самих находить. Так, ближе надо к центру где-то искать. Во, самое то. Диспетчер, ЕР-13. Машина действует. Так, едем прямо. В розыске. Возможно сопротивление при аресте. Будьте наготове. Код 1085. Мой, я боюсь. Дядя полицейский не надо. Мне страшно. Ну дебил, давай быстрее. Он ушел, надеюсь, попадет на цеплению. Слава богу. Ага, вот он. Вот давай, я здесь, тупиц. Я здесь. Все, теперь оставляем на время и уходим. Щенок уже готов, парень. Щенок уже готов, покажи ему, парень.
я вообще продул здесь конкретно. Давай заново. Строй. Хорош. Жестко.
понятно, блядь. Что за дебил самый средний оценку? Зачем сейчас 35-й в каком-то списке? Если следующий финиш будет Тайвура, я чувствую, что это финиш будет. А нет. Или да. Ну, все-таки не финиш.
Изи. Все, проваливай, лох. Давай, давай, иди отсюда. Вебстром, сука. Черт. Давай четвертого. Джо Вега, JVV. Не понимаю, как JVV до сих пор жив, его графика ухож в гроб загонит. Но что тусовки днем, гонки его тут каждая собака знает, новички его подражают. А копы побаиваются, вижу где-то зеленый Dodge Viper, знай, что что-то затевается. Наш мальчик получил пятерку. Браво, ты как стараешься, смотри, не перетрудись. А то тебя ждут мои ребятки, а они очень крутые, очень крутые. Так, летели. Трансмиссия. Трансмиссию же купил только что. Да. Подвеска ластовая. Закись ласт тоже. Шины тоже последние вроде, да. Тормоза. Ничего не меняется. Турбонаддув. Третья. Черепах. Да нет, оставим как есть. Стой. Так, 50% есть, сохраняемся. И на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.